битва при Таненберге, Самсоновская катастрофа, это битва, которая велась между Россией и Германией с 26 по 30 августа 1914 года, первый месяц Первой мировой войны. Данная битва привела к почти полному уничтожению русской второй армии и самоубийству командующего генерала Александра Самсонова. Серия последующих сражений, Мазурское сражение, также уничтожила большую часть первой армии и вывела русских из равновесия до весны 1915 года. Битва примечательна быстрыми передвижениями немцев по железной дороге, что позволило им сконцентрироваться против каждой из двух русских армий по очереди, а также неспособностью русских закодировать свои радиосообщения. Это принесло значительный престиж Паулю фон Гинденбургу и Эриху Людендорфу, хотя битва на самом деле произошла близ Алленштайна или Ольштейн. Гинденбург назвал ее битвой при Таненберге, чтобы отомстить за поражение тевтонских рыцарей в Грюнвальдской битве, она же битва при Таненберге, которая была еще в 1410 году.